Всем привет, мои дорогие друзья, гости моего канала. С вами Лёля Рукодельница. Сегодня понедельник, февраль месяц. Я решила приступить к вышиванию. Давайте вспомним, что я начала в прошлом году вышивать зайку, символ этого года от фирмы Жар-Птица МП Студия. Здесь у нас нарезка 1 метр. Вот такой очаровательный зайчонок у меня получится. И вот сколько мне удалось вышить в прошлом, 2022 году. И буду продолжать его отшивать в этом году. Надеюсь, что я очень быстро его завершу, и он нас с вами будет радовать. Ну что, девчонки, сегодня уже четверг. Продолжаю съемки своей вышивальной недели. Правда, не знаю, какая она получится. Скорее всего, коротенькая. Эти два дня я работала. За понедельник мне удалось совсем немножко продвинуть моего зайчонка на пластике. Хвостик вышился. Ну, как смогла, так смогла. Сегодня, девочки, я хочу заняться, наконец-то завершить уже оформление своей работы от фирмы Риолис. Ой, мне осталось буквально чуть-чуть, и папочка освободится, и видео вам сниму о готовой работе, впечатлениях. Как вы помните, я отшивала в том году вот эту замечательную работу, и обязательно буду покупать пару к ней. Понравилось мне. Конечно, оформление более так сложнее, чем вышить. Повторю, что мало вышить крестики. Нужно еще работу довести до конца. Она у меня сейчас в таком помятом виде. Я сейчас буду доставать утюг. Все опять отпаривать, отглаживать. У меня здесь уже, как вы видите, мережка полностью сделана. Останется только подшить края. И уже буду пришивать на деревянной заготовке, которые также шли в этом же наборчике. Так что я сегодня пока занимаюсь оформлением вот этой работы. И думаю, что также сегодня сниму видео о готовом процессе. Но если хватит времени, то буду вышивать, потому что у меня еще на съемках будет одно видео. Я купила очень интересную новую пряжу и буду вязать палантин. Но об этом я расскажу вам уже совсем в другом видео. Оформила я панелечку. Все. Ушло у меня буквально на это, наверное, минут 40. Я сняла видео уже о готовой работе. И оно уже на моем канале в плейлисте «Вышивка». Кому интересно, проходите, смотрите. Работа шикарная получилась. Так что буду сейчас в скором времени покупать к ней пару клубнички и вышивать замечательных клубничек. Будет у меня две панельки. Сейчас хочу вам показать свои рукодельные покупки, но они такие небольшие, совсем мини-покупки. И покажу, что же сейчас вышивает моя младшая дочь. Ну, во-первых, посмотрите, какая милая игольничка. Такой вот очаровательный, пушистый кот Майкун. Обожаю игольнички, не смогла устоять. Серафим, я тоже купила такую игольничку. Сейчас вам ее покажу. Ну, а пока покажу, что она вышивает. Попросила она у меня набор, где нужно считать по схеме. Говорит, что ей надоело вышивать по напечатанной конве. Она хочет что-то вышить именно, где нужен счет. У меня наборчиков таких маленьких очень много. И она из них выбрала себе вот такой набор от фирмы «Жар-птица». «Сказка своими руками». Посмотрите, какие панкейки с ягодами. Аппетитно, правда? Размер 18 на 15. Здесь у нас 20 цветов мулине. И канва «Аида 14». Схема черно-белая, символьная. Но крупненькая такая, нормальная. Сейчас покажу, сколько же ей удалось навышивать. Вот такие вот ниточки здесь у нас, девчонки, мальчишки. Смотрите, какие красивые оттенки. И ее работа. Вот сколько она у меня вышила за пару дней. Такая красота. Вот эти вот пятнышки не вышиты. Здесь будет пришиваться у нас бисер по идеи по схеме. Здесь у нас фрузелочки делаются, но мы решили пришить беленький бисер. Это у клубнички будут такие вот косточки. Ну и я ей тоже приобрела магнитик для иголочки, вот такого мопсика, собачку. О, сфокусировалась. Смотрите, какой очаровательный. Она у меня любит мопсиков, поэтому попросила мопсика. Ну, покажу вам изнаночку, как она старается, без узелков. Вот так вот у нее здесь с этой стороны.
Ну, девчонки, что скажете? Мне кажется, очень аккуратно она уже отшивает. Посмотрите, какие ровные крестики. Она очень-очень старается, потому что я сказала, что мы обязательно повесим твою работу на кухню. Это вот такой процесс отшивает моя младшая дочь. Посмотрите, кого я сегодня встретила, белочка. Она, правда, сливается с корой. На сегодня мороз. Ну что, мои дорогие, сегодня я завершаю свою вышивальную недельку. Я так давно не снимала вышивальных неделек. Конечно, вышивала я очень мало, потому что работала. Было как-то не до вышивки. Но все же покажу вам продвижение по своему процессу от жар-птицы вышивка на пластике зайка. Сейчас работаю над таким мини-процессиком. Еще хочу вам показать новое приобретение. Посмотрите, фикс прайс к нам завезли вот такие наборчики. Мишутка, вышивка бисером. Вот здесь вот у нас идет бисер. 20 на 20 размер. Вот такую вот мишутку приобрели из новинок в фикс прайсе. Ну и также, девочки, мальчики, на этой вышивальной неделе, конечно же, я занималась и вязанием. Начала я вязать палантин из тех двух ниточек, которые я делала обзор. Махер люкс и Alana Gold 800. У меня уже есть обзор на канале в плейлисте «Мои вязалки». Удалось мне связать вот такой вот небольшой кусочек. Получается очень нежно, очень мягко и красиво. Ну, конечно же, его нужно блокировать после того, как я его свяжу. Вот, но просто покажу, что я еще занималась вязанием. Ну и также, как вы помните, на этой вышивальной неделе я оформила наконец-таки свою панельку от фирмы Риолис Ежевики. Она уже висит у меня на стене. Очень красивая работа получилась. Очень просто восхитительно смотрится. И, конечно же, скоро начну вышивать к ней пару панельку клубнички. Ну, а на этом я буду завершать свой вышивальный влог. Надеюсь, он получился более-менее информативным и интересным. Кстати, на обзор на готовую работу Риоли с панной Живики у меня также уже снято в плейлисте «Вышивка». Кому интересно, смотрите. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня. Ну а я с вами буду прощаться. Всем пока-пока, до новых встреч, до новых видео.